важный вопрос, стоит ли ему верить, стоит ли ему доверять. Давайте посмотрим, что покажут карты. У нас один вариант, мало времени, давайте посмотрим, стоит ли ему доверять. Смотрите, сразу скажу, что здесь ситуация для тех пар, которые расставались, да, потому что отношения были несерьезные, но потом сходились назад, возвращались, потому что у них любовь, у них взаимное влечение, у них интерес, у них такая игра, да, когда люди любят быть вместе, любят проводить время вместе, любят какую-то такую определенную игру в отношениях. Доверять ему стоит, да? Можете не особо обращать внимание на какие-то такие детские поступки с его стороны, которые могли бы вам навеять какие-то мысли, что, возможно, ему не стоит доверять. Но здесь ничего такого страшного не выпадает, то есть ему можно доверять, не волнуйтесь.